Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с деканом историко-географического факультета Чувашского государственного университета Олегом Широковым. В июле этого года он возглавил филиал общероссийской общественной государственной просветительской организации «Российское общество знания в Чувашии». Директор филиала Олег Широков рассказал о задачах, которые стоят сегодня перед организацией. Создано общество новое по указу Владимира Владимировича Путина в 2015 году. Он сам был свидетелем того, как работало общество знаний в свое время. И восстановить на совершенно новых началах. Какое оно должно быть? Современное. Она должна быть более мобильная. Она должна учитывать, что называется, тонус, курс. Михаил Игнатьев выразил уверенность, что свежие идеи проекта филиала Российского общества знания в Чувашии позволят вывести его работу на новый, более высокий уровень. И с учетом того, что сейчас студентами работаете, школьниками работаете, тоже хорошо. Но и нельзя забывать нам взрослое население, потому что живые встречи дают они другой результат. Одно дело, информационные технологии развиваются, много информации. А когда люди общаются, люди задают вопросы, и на эти вопросы люди отвечают в живых аудиториях, это другая атмосфера, другие отношения. Глава Чувашии обратил внимание, что можно разработать социальные проекты, которые будут действительно востребованы в современном обществе.